Привитус, Амигос продолжается после небольшой паузы Fallout. А, значит, начну сразу с объявления для всех тех, кто пишет Тили Tomb Raider. Tomb Raider, пора, давай, всем пофигу на Fallout, всем насрать на Бэтмена, сейчас в тренде Tomb Raider, чуваки. Как бы сказать, гуглить не мешки таскать. Вы хоть проверяйте информацию-то, блин. Дело в том, что Tomb Raider, насколько я, по крайней мере, знаю, вышел только на Xbox эксклюзивно. На ПК даже еще предзаказов в Steam нету. И поскольку я не являюсь счастливым обладателем шайтан коробки, да и, собственно, если и покупать консоль, то буду, то явно не Xbox, а Tomb Raider будет где-то примерно через полгода, потому что, ну, все эксклюзивные игры на Xbox выходят через полгода на консоль. Такова статистика. Вот, так, значит, а сейчас я продолжаю идти в локацию, которую там себе наметил на карте. Я не знаю, почему я так целенаправленно хочу дойти в корпорацию Галлюциген. Наверное, у них название интригует. Пошел дождь, сверкает молния, FPS сразу в два раза чикнуло. Опа, опять рейдеры. Да что ж такое тут? Ни шагу без рейдеров не пройти. Внимание, кто палит-то? Я думаю, что палят меня где-то с этой лестницы. В любом случае, у меня на снайперку набралось откуда-то патронов. Я так понимаю, что снайперская винтовка у меня стреляет тем же самыми патронами, что и... Опа-на, осколочная мина, ты глянь. Снайперка стреляет теми же патронами, что и охотничье ружье, поэтому... Ага. Вот ты где. Бля, какой у нее слух-то идеальный, слушайте, вообще. Мышка пукнет, она услышит, наверное, ёптать. Она, наверное, слышит даже, как тараканы срут, блин. А тараканы очень тихо срут, потому что я никогда не слышал. Да, зато со зрением у нее не очень, понятно. Кому-то бог дает уши, кому-то глаза. Патрон калибра 11. Ага, ага. Так, 10 миллиметров патрон, медпсиха. Вечереет, смурнеет, но поскольку я сейчас пойду все равно в здание, я думаю, что перематывать время смысла нету. Там или светло будет, или темно. Ну-ка, 98. Да, это охотничье ружье, просто оно у меня со снайперкой, так что можно снимать с коллиматорный настроенный охотничий карабин. Бесшумный стремительный гладкоствольный карабин. Подожди, восьмерка, что ли, тоже им же стреляет? Причем я что-то не вижу никакого коллиматора здесь. Коллиматорный. Где коллиматорный прицел-то? 98. Ну, а у этого бесшумного 189. Нет, вот этот карабин другими патронами стреляет. Оу, что такое? Что я сделал? Колечий костыль? Да нет, уберите нахрен все, ничего не надо. В здании-то нет смысла снайперкой пулять, поэтому придется потратить остатки моего пистолета пулемета. Так, мина. Мы помним, что здесь мина. Ее как-то можно, интересно, разминировать. О, стрелок. Да здесь, смотрю, локация очередной банды, которая, видимо, захочет меня принять в свои ряды. Эй, ёб твою мать. А, можно было бы обезвредить, если бы моя реакция была чуть-чуть получше. Там загорелась, на самом деле, кнопка. Но мы бы не с вами тогда не увидели этот шикарный взрыв. Мишка. Надо еще на какой-нибудь завод робототехники напасть, потому что у меня кончаются мои энерго... Кожаная броня для туловища. Кончаются энергобатареи, которыми стреляет моя подаренная, хотел сказать, подаренная долгом, подаренная стальными ребятами лазерка. Вот, братки, братки стали. Какими мы были, такими остались. Что здесь происходит? Здесь химикаты разлили?
Здесь идет жаркий бой, стрелки против... Сначала мне показалось, что схлестнулись стрелки против рейдеров, но теперь я вижу, что это стрелки против стрелков. Какой бросок сейчас продемонстрировал спортсмен. Силовая кожаная броня для правой руки. Нихера себе. ОД восстанавливается быстрее. Это я уже легендарного убил? Не успел зайти. Голоса какие-то, да. Видимо, тут все поехавшие, как в зеленом слонике. Силовая кожаная броня для правой руки. Надо хоть запоминать, на что у меня уже одета силовая крутая броня, на что еще нет. Крышак-то хоть не поедет, интересно. У главного героя того, что он здесь ходит. Зубная паста, изолента, отвертка. Ёб твою, как ценно. Обосраться просто можно. Вот это лутан. Вот это попёрло. Надо их гранатами затравить, потому что что-то... Приличные патроны-то заканчиваются. А в рукопашную тут тоже не повоюешь, потому что из них многие вооружены. Ты на него с прутом побежишь, он по тебе стрелять начнет. О, начались эти лазерные патроны. Оружейный верстак пока нельзя использовать, потому что... О, наука Тесла. Энергетическое оружие наносит на 5% критического урона больше. Fuck yeah. Насколько я помню, в предыдущих частях нужно было читать журналы перед чем-то. Взламывать собираешься, прочитал взломщика. О. А ты кто? Припугнуть, что происходит, уходи отсюда, друг. Обшторенная какая-то. То есть стрелки были нормальные пацаны, да? До этого. It's okay. I'm a friend. Are you? I don't remember. I don't remember anything. Где выход-то помнишь хоть? What do I do? What have I do? Constant, you love me. Что-то там такое, короче, песня почему-то. Иди отсюда, ёптусь. Ёбаный в рот, да что ж такое-то? Я так понимаю, ее пока лучше не открывать, она что-то вне себе. Надо газ выключить, походу, может у нее крыша на место встанет. Ёб твою мать! Нет! Обалдеть. Так, очки черной оправе. Да нахрен нам не надо. Хорошо, они тут друг друга порубали, а? О, как он тут пристроился. И покрылось поле, и покрылся берег. Сотнями порубленных, постреленных людей. Знай, ходи, лутай, прикольно. Ага, я понял, надо будет сейчас ремонтников напрограммировать. Лангую. Security is too good. Блять. Вот это печально. Что в самый нужный момент мне не хватает хакерства. Да, я не могу бежать, но ядерколу-то я взять могу. Ну-ка, помощь. А ну-ка, бурбонь его. Please evacuate the building. Призывает эвакуироваться кто-то. Я так понимаю, что спасать-то их нельзя, да?
всех не спасешь. Ну вот это хихикает вроде нормально, зеленым цветом обозначено. К сожалению, мне не стать их лидером, судя по всему. Нихерово мне нашмалял, говноед. Ебанический бросок. Просто лучше. Посмотрите на рыло вот этого человечка в правом верхнем углу. Мне кажется, он излучает счастье. Костюм охранника стрелков. Но это такое же дерьмо, как и мой комбинезон, наверное. Сральник, сральник, сральник. Кто-то там просто... просто сеет смерть коктейлями Молотова, не знаю. О, легендарный. И вновь продолжает с собой. Сейчас у них будет ничья. Они напоминают мне Буна из Fallout New Vegas. Он по-моему... А, он был из Рейнджеров. А тут стрелки какие-то. Кто это сделал? Меня кто-то... По-моему, меня кто-то только что ударил, нет? Это у них лазарет. Ага. Сейчас проверим, как шоковая палка дамажит. Сука, драться-то они умеют. Смотри-ка, блоки ставят. Нахрен. Лучший бокс это стрельба, ёптать. А тот продолжает бить бабу куда надо. Смотрите, ему пофигу, что... Ничего личного, чувак, но за нее опыт дадут, я ее саму бы. Они какие-то, ну, сверх неадекватные, по-моему. Куда вот она убежала, дрянь-то? Петеля сейчас ей задаст. По-моему, этот пистолет у меня вообще ни о чемный. Просто бред. А где мой автомат? Вот он. Тут же как-никак супер рейдер. А, легендарный стрелок. О, да он вооружен. Он вооружен очками Лепса. Отличная стрельба. Как он там жарится? Легендарный противник мутировал. В кого, ёб твою мать. Надо ему очки прострелить, я думаю, они дают ему сил. Странно, но с него даже патроны не выпали. А это что такое? Бурбон больше не действует. Печалька. Значит, в силу вступает Бадун. Так, это легкий взлом. Ну и вот я навожу на эти скобочки, про которые мне говорили, и что это дает? Лишние слова никуда не ушли. А, неверный вариант исключен. Вот он, пропал. Да, вот как это дерьмо работает. Evacuate the building.
Ну ты попробуй это найди, слушайте, это еще дольше только будет. Да. Взлом ты прекрасен. Когда уже начнутся с более сложные взломы, когда больше букв в каждом слове, это наоборот легче вскрывать, чем когда вот это. Ну, мне почему-то так кажется. Пиздец какой-то. Настоящая говнина. Эти взломы, блять, такое тупое дерьмо, обоссаться можно. Сходство ноль, сходство ноль и пиздец. Мне кажется, на пиратке какие-то, блядь, уебанские взломы. Не может такого быть, блядь, чтобы три разных слова, одно сходство. У них алфавит, блядь, не такой большой, как этот компьютер думает. Вот, наконец-то. Утечка химических веществ. Повреждение данных, все данные быстрее машины. Ну и чё, блядь, мне это должно дать? О, петеля чухается, ептать. Блаженно жмуря морду. Так, я все это забрал. Так, я все тут обошел, все эти комнаты, медицинские ножницы. Прикольно, такого у меня еще не было. Ну, звуки боя стихли вроде бы. Походу все померли. Блять, скипидар ебучий все испортил. А вы говорите, лутай все подряд, да, конечно. Я бы и рад, может быть, но герой столько не утащит. Так, таблица способностей. У меня нету часом очка одного тут. Вот, это я вроде автопрокачку поставил, да, что как только левел получу, у меня будет... Сука, чуть-чуть не хватает-то, ёптвое. Наверное, чуть-чуть. Даже не помню, как давно я левел получил. Странно, что-то... Не подошел к этой хреньке. Даже мой любимый взлом. Пиздец. Видите, в чем здесь проблема? Вот быть такой хуйни не может, что нету совпадений в словах, вообще нету, блядь. Никогда. Ноль или, или одно. Блядь. Видите? Раньше было, что ни слово, то одно совпадение, два совпадения, а теперь, блядь, ноль и все. A chemical leak has been detected. Please evacuate the building. Чудесно. Обосраться, блять. Тут, походу, единственный шанс вскрыть себе компьютер, это с первого раза, блядь, пароль угадать случайным образом. Активировать прототип. Газ галлюциноген. А прототип что? Продукт истребитель галлюциноген, предназначен обеззараживание территории. Ну заебись, значит надо. Сеть базы данных отключена. Почему отключена? Да насрать.
Активировать. Please evacuate the building. Все необходимые чего принять? Меня не инструктировали. Знаю только позу, которую надо в самолете в падающем принять, и то, походу, не помогает. Ну чё, я чё-то не вижу, чтобы воздух рассеивался. Есть только один шанс узнать, работает ли это дерьмо, это пойти к той бабе, которая там с прибабахом. Она теперь, походу, единственный стрелок. Единственная из братства всего. Где она была-то, ёпта? Где ты была, сучка? Где-то она... Ну, точно на втором этаже. В этой стороне где-то, что ли? А, вот, смотрите-ка. Оружейный верстак. Как насчет ремонта? Разобрать, модифицировать. Что-то я не вижу здесь ремонта никакого. Интересно. Доступно, ничего недоступно, потому что ни хрена нет. Открытый прицел с подсветкой. Вау. Да, говорят, что здесь есть улучшенный прицел. Клей, пластмасса. Ха. Дело, ёптать. Вдруг пригодится. Я вот что-то не вижу здесь все-таки никакого параметра прочности оружия. Видимо, оружие здесь вообще нельзя чинить. Видите, что здесь нету параметра состояния? Вот, многие спрашивали, можно ли здесь чинить оружие с помощью другого такого оружия. Ну вот вам и ответ, что здесь вообще, видимо, ремонта нету. В ремонте вещи не нуждаются. Ну что, отлегло у тебя? Наверное, отлегло. Меланхолия, наверное, настала. Еблась. Да, ей не полегчало. О, блядь. Ее еще и с пистолетом там закрыли. Гениально. Ну что ж, печаль. Ты думала, я, бля, буду разбираться, почему тебя, блядь, не вылечить? Обосралась с ними тысячу лет. Слишком сложное для меня задание. Бритва злак. Что такое бритва злак? Оружие, что ли, какое-то бритва злак? Не оружие. И не одежда. Выбрать урон, сортировать. Надо бы броню починить, наверное. Может, бритва злак это... Понятно, это можно в лагере посеять, чтобы питание там росло. Психо. Она, наверное, ширялась тут. Поэтому она была психо. Ну что ж, зато тебе не придется тут с голоду подыхать. Эй, что-то здесь совсем загазовано. Стало все. Я думаю, что надо валить отсюда. Больше что делать, один хрен нечего. Как обычно, все свелось к тому, что надо всех убить, судя по всему. Территория зачищена, станки доступны. На. Какой веселый квест. Обалдеть. О, вода с препаратами.
Кто это говорит-то? Я думал, вы все померли. Она хоть лечит вода с препаратами, восприятие минус один. Да, надо куда-то выгружать, походу, весь хлам, но, блин, я даже не знаю, от чего у меня перевес идет. У меня только оружие одно сколько весит. Они дали здесь 10 слотов под оружие, да, теперь каждый человек будет носить несколько пушек и при этом страдать от перевеса. Это очень, очень гениально с их стороны, они прям молодцы. А в чем задание-то? А, у меня здесь метка просто стоит. Как убрать метку. Интересно. О, локальная карта есть, нифига себе. Вот такого я что-то не помню. Еще враги бы на ней были обозначены, было вообще идеально. Так, ну мне куда надо-то? Карта мира. Демон Сити. Туда, по-моему, проще с корабля с этого дойти будет. Чем отсюда, хотя по прямой. Я думаю, что там... О, нифига, какая снайперка. Слонобойка из контры. Ни много, ни мало. Я думаю, что там будут какие-нибудь ящики, наверное, в этом городе. Где я смогу выложить свое барахлишко. Чего таскать. Так, ну что ж, теперь по прямой осталось только втопить. Здесь, кстати, на мини-радаре появилась еще и больничка теперь где-то. А, это сзади. Адвокатура. Но где-то здесь и больница получается, смотрите-ка. Пропустил, ладно. Ко всем хренам, надо до города добраться, хоть посмотреть. По несколько слов хотелось бы сказать о том, что... Ты откуда тут взялась-то, ёбнутая? Херак, блядь, в бестолковку. И еще какой-то хрен в мешке. Что это было-то вообще? Вы тут что, паролись? Я вам помешал, что ли? Подожди, они что, заново локацию заняли, что ли? Да пошли вы в жопу, я второй раз корабль чистить не пойду. Все лучшее, что там было, я уже забрал. Вот, ну а многие позиционируют, в том числе, видимо, сама игра себя позиционирует как кандидат на игра года. Ну, просто многие так пишут. Я видел в отзывах, в комментариях. Еще где-то... О, свет. Вот, игра года, РПГ года. Мне кажется, что... Если кому-то, конечно, интересно мое мнение, что никакой игры года, конечно, Fallout не получит. Он получит поощрительный приз, а именно кожаного наворотник. Кожаная награда. Красная медаль. Вот. Потому что, ну, объективно, Ведьмак будет. Во всяком случае, Ведьмак должен быть игрой года. И РПГ года. Потому что, ну, Ведьмак объективно круче. Вот, более хорошо сделан, просто с нуля это-то тут как-то... Я даже не знаю, вот взять хотя бы то, что здесь уже многие поняли, что сам сюжет игры будет очень маленький, да, потому что карта игры маленькая, зато они собираются продать кучу DLC-шек, ну, это понятно всем. Я не очень одобряю, мягко говоря, такую политику. Кстати, керамика. Да, ёб твою мать. Я не очень одобряю такую политику. Взять, если сравнить, например, с тем же Ведьмаком, то там и сюжет большой, да, в огромном мире огромная игра. И, собственно, большие огромные DLC. Что собираются сделать здесь? Я не знаю, но, судя по всему, потому что уже пытаются спойлерить, где попала концовку этой игры, неизменно выхватывая баны. Видимо, уже некоторые игру прошли, а значит, что игра не такая большая. То есть они выпустили маленькую игру, да, сразу ее продали за 2 косаря, стали продавать, и теперь они еще и DLC-шки будут, DLC-шками барыжить. Но если вы, не знаю, продали игру за 2 косаря, то она как минимум должна быть большая и интересная. А здесь что я вижу? Control...
Ёб твою мать. Ctrl-C, Ctrl-V и гранаты. Лови, сука, в ответку. Котлетку, ёптать. Вот, я вижу одинаковые миссии абсолютно, да. Зачистить, убить, всех порвать, всех победить. Даже когда миссия вроде бы не связана с тем, чтобы надо зачистить, все равно надо зачищать. Вот, ты ходишь, локации, в принципе, особой разницы не имеют. В каждой... друг от друга не отличаются. В каждой локации какой-то мини-босс. Вот, и никакой эксклюзивности, в общем-то. Чуть-чуть, так что получается, что чуть-чуть графику перерисовали, собака опять... Собака говорит, не шагу назад, сволочь, атакуй их. Вот, чуть-чуть подрисовали графику, в общем-то, карты. Ну, не знаю, дома, такое ощущение, что вообще те же самые. Эта игра сама могла бы быть DLC-шкой для третьей части или Нью-Вегаса, мне кажется, не знаю. Поэтому она, если и получит игру года, то только заплатив за это приличные денежки, куда надо. Вот. В противном случае никакой игры года, конечно, здесь быть не должно. Просто потому, что в этот год вышел Ведьмак. Это лично мое мнение, я не знаю, если есть где-нибудь человек, которому эта игра нравится больше, чем Ведьмак, мне интересно, хотелось бы послушать, чем, кроме того, что... Офигеть. Кроме того, что я просто люблю играть Fallout, я всю с детства его люблю и так далее, и там ностальгия, знаешь, там тоже. Столько же народу, если не больше, а возможно и больше, любят играть в Ведьмака, и тоже играет в него уже 300 лет, поэтому... Не показатель. Ребра Яугая, стейк из Брамина. Прикольно, я у них. Я перебил кучу народа, чтобы воспользоваться их кастрюлькой. Жестокий мир сошел с ума. А это от чего померла здесь? Я в нее не стрелял. Так, психа мне нахрен не надо. Оружейный верстак. Опять он. Кстати, разобрать-то шматьё здесь можно всякое? А, нет. Здесь всякие предметики, видимо, разбираются на другом станге на каком-то. Да, и крафта здесь нету. Да что ты делаешь? Заедает, очень заедает здесь вид вот этот. Если оружие не вытащить, его не переключить, как я понимаю. Охотничий карабин, что ли. Так, думаю, можно смело спать до утра. Потому что темно, опять ни хрена будет не видно. Есть тут, конечно, какой-то город, где свет очень классно ночной сделан. Тем более, днем эта игра выглядит явно лучше. Так, надо что-то выкидывать. Кстати, пистолет-пулемет 45-ми патронами, что ли, стреляет? Интересно. Ракетница какая-то, блядь, откуда она взялась? Штыковой, настроенный, гладкоствольный, что? Не знаю, что, но весит он, сука, слишком много. Я выкинул, все равно перевес. Это интересно, блядь, что я тут такого успел набрать? Да, ёб твою. Sweet. Всё, это выход как бы, да? Прикольно. Сука, мне интересно, когда-нибудь дойду до этого города-то, Diamond City или что?
плотность локаций здесь, вот этих для посещения, она просто поражает воображение. Ну, потому что карта маленькая, чё. Карта маленькая, потом локаций много. Ах, вот это мастерская. А, здесь что-то можно строить? Все-таки здесь можно обустроить все. Отлично. И поселить сюда. Кого, интересно, сюда можно поселить? Я не знаю. Кого-то. Интересно, можно было подбежать и турели здесь построить, чтобы она всех поубивала? А, единственное, что здесь... Раковина здесь какая-нибудь есть. Вот ради керамики что-нибудь разобрать. Холодильник, понятно, что нахер не нужен. Да какая тут нахрен керамика? Они тут, наверное, в угол ссать ходили. То есть тут каждый, сука, закуток, походу, можно, где стоит станок, переделать в свое временное убежище за каким-то хреном. Я вот не понимаю, зачем на каждом шагу строить себе укрепрайоны вот эти. Как будто на тебя кто-то набеги какие-то ядреные совершает, я не знаю. Че это он помер? Кто-то его увольнул тут. О. Здесь есть свет. Чуть за локация такая. Это, видимо, уже кусок города Diamond City. Да, я все-таки пришел. Все-таки добрался. О, робот из DLC-шки к Нью-Вегасу. А, ну это стандартный спутник, там один из стандартных. What do you mean you can't open the gate? Stop playing around, Danny. I'm standing out in the open here for crying out loud. I got orders not to let you in, Miss Piper. Ой-ой-ой, какая дама. Sorry, I'm just doing my job. О, так она еще и мисс, а не миссис. Репортерша. You open this gate right now, Danny Sullivan. I live here. You can't just lock me out. Damn it, Danny, open up! Что-то у нее с прикусом попутано явно. You want into Diamond City, right? Да я уже в тебя хочу попасть больше, чем в Diamond City. Я тут мимоходом. I just got here, but yeah. Shh. Play along. What's that? You said you're a trader up from Quincy? You have enough supplies to keep the general store stocked. Да, она еще хитрожопая. Ой, люблю таких. Ой, Тику. You gonna open the gate and let us in, or are you gonna be the one talking to crazy Myrna about losing out on all the supply? Jeez, all right. I need to make it personal, Piper. Give me a minute. Он же понял, что она его развела, нет? Прочухал. Кстати, а в этой части можно двух спутников таскать или одного? Sounds good. Let's go. Another great day in Diamond City. Она сказала, подыграй мне, и в итоге все исполнила сама. Ну что ж, на входе в Diamond City... Who let you back inside? I told Sullivan to keep that gate shut. You devious, rabble-rousing slanderer. The level of dishonesty in that paper of yours. I'll have that printer scrap for parts. Ooh, that a statement, Mr. McDonough? Tyrant mayor shuts down the press. Why don't we ask the newcomer? You support the news? Because the mayor's threatened to throw free speech in the dumpster. Зачем-то два раза повторили одни и те же субтитры сейчас, по-моему, да? Ненавижу газеты. Поддержать газетчиков, конечно. У газетчика есть сиськи. Always believed in freedom of the press. Oh, I didn't mean to bring you into this argument, good sir. No, no, no. You look like Diamond City material. Welcome to the great green jewel of the Commonwealth. Safe, happy, a fine place to come.
О, неужели тут торговцы начнутся какие-то? What are you two arguing about, anyway? What do you think? Print lies and everybody's happy, but if you print the truth... Now, was there anything particular you came to our city for? I'm trying to find someone. Trying to find someone? Who? An infant boy. Kidnapped. Did you say kidnapped? Well, McDonough, Diamond City Security gonna investigate this? How about all the other kidnapping reports you've been Don't listen to her. Well, I'm afraid that our security team can't follow every case that comes through. I'm confident that you can find help here. Diamond City has every conceivable service known to man. One of our great citizens can surely У них люди пропадают куда-то. Видимо, это следующий квест. Well, sure. And... A mayor of a great city must know everyone. Who can help me? Well, I'm sorry, I don't have time for any more questions. I'm a busy man. Enjoy your stay in our fair city. This is ridiculous. Diamond City Security can't spare one officer to help. I want the truth, McDonough. О, ну неужели какой-то более-менее интересный, необычный квест? I've had enough of this, Piper. From now on, consider you and that little sister of yours on notice. Yeah, keep talking, McDonough. А у нее еще сестричка есть, да помоложе, вау. A big Diamond City welcome from the mayor. You feel honored yet? Look, I gotta go get settled in, but stop by my office later. Да полюбасу, опубликуем, чё, мочканем пару статеек. Начата сюжетная ветка. А так, наконец-то, сюжетная ветка начата. Ну что ж, на этой, видимо, ноте, привалившись к столбику от перегруза, собственно, придется, видимо, и закончить. Потому что, ну, время. Продолжение будет дальше, так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и все такое.